Дисклеймер. Привет, это Третий. Сегодня у меня игра «Живые полотна». Игра вышла совсем недавно, это новенькая, только со Steam скачанная, так, новая игра. Играю заново. Да, я ее еще не играл, случайно запустил игру, вот сейчас скажу до какого момента, но я ее не проходил, я потом заметил, что я запись не включил. Ща-ща-ща-ща. Вот здесь, вот когда она начала смешивать краски, уже, короче, я заметил, что игра, точно, что игра не записывается, так что начал заново. Ну, по сути, я там ничего не прошел, только запустил игру и все. Так, это какой-то симулятор художника, я так понимаю. Ну, за края не вылазит, так что можно так быстро штриховать, и чё? Последний набросок картин, который я отправляю на выставку в Нью-Йорке. Скрестим пальцы на удачу, чтобы приняли. Так, желтым, я так понимаю, нижнюю часть и эту бляшку надо раскрасить. Так. Так. После стольких попыток все наконец-то выглядит как надо. Еще на шаг ближе к выставке. Так, и вот эта вот часть. Точно. Давай, 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 давай. Так. Вот так. Что-то у тебя набросок вообще не похож на тот, который в блокноте. Так неестественно выронила кисточку. Типа. Ой. Так, давай, подобрать. Старая кисть, часто используется кисть, на ней много цветных пятен, но она по-прежнему хороша. Так ты ж можешь просто ее вымыть. Так, давай дальше. Нельзя. Какой красивый день, идеальное утро для творческого вдохновения. О, крутить тут можно, нормально. Ох, это сколько мне читать придется. Чё тут? Мои принадлежности для рисования. Пойдем по кругу. Окно. Какой прекрасный, да, это было. Банки. Пустые банки, покрытые толстым слоем засохшей краски. Пустые банки, то же самое. Продуктовый магазин, красный зонт, будоражащие чувства, но в картине как будто чего-то не хватает. Что-то рисовать, что-то предложишь сейчас? Нет. Надо назад. Пейзаж. Тихий луг и горы вдали, как будто чего-то не хватает. Опять? Что, везде, что ли, чего-то не хватает? Так, по кругу, дальше. Что возможно? Так, диплом какой-то с колледжа. Мой диплом из колледжа. Жаль, что я не выбрала искусство своей специальностью. Ага. Так, посреди этого золота пшеничного поля стоит мольберт. Вот бы порисовать там. Угу. Магнитофон следующий мигает. Включить музыку для поднятия духа. Да. Открыть, вставить, закрыть, пустить. Музыка чем-то на доки-доки напоминает. Дальше что? Так, следующая картина. Солнце, стул в углу, хороший кофе. Очень хочется провести здесь остаток дня. Угу. Ранковато. Моя ранняя дизайнерская работа из тех времен, когда я была на фрилансе. Роман, который я перечитываю перед сном. Позже буду читать его снова. Как здорово было бы прогуляться по этому лавандовому полю. Тогда пошли прогуляемся, дверь есть чё. Я не выйду из дома, пока не закончу работу для выставки. Ну так давай закончим, чё ты? Ладно, дальше. Лампа. В этой комнате довольно светло, включать свет не нужно, логично. Так. Двое на картине, похоже, очень близко. Интересно, кем они приходятся друг к другу? Может, она в свадебном платье, может, жених и невеста. Хотя он не очень на жениха похож. Так, что это? Диван, на котором обычно я читаю другие разные вещи. Может, кресло имел в виду? Так, узор на шкатулке что-то означает. Я понял, это пока не трогаем. Что еще я не посмотрел? Так, кровать. Нет времени прохлаждаться, нужно поторопиться и закончить работу для галереи. Я тебе то же самое говорю, что ты не хочешь рисовать. Надеюсь, когда-нибудь я устрою свою выставку картин в Нью-Йорке. Так, картина. Папа как будто помолодел после развода. Мои сувениры собраны в путешествиях. Да.
Так, еще что-то. Деревянная шкатулка с подсолнухами. Откуда она здесь появилась? Так, ее тоже ничего нельзя сделать. Так, вот еще вроде картина. После развода мама занялась карьерой. Она очень сильная и независимая женщина. Угу. Здесь все мои любимые романы. Я смогу расслабиться и почитать их, когда закончу работу. Все наброски, что я делала, начиная с детства, они отражение моего жизненного пути. Ну ладно, кстати, в детстве ты получше рисовал, чем сейчас. Мои картины для выставки. Кажется, мне нужно работать усерднее, это да. Мои дизайнерские работы удостоены и наград. Пешеходы идут по сумеречному городу в дождливый день. Правда, картина кажется слегка простоватой. Чё-то все картины кажутся простоватыми. Так. Мои наброски. Каждый маленький шаг приближает меня к мечте. Здесь информация о выставке в Нью-Йоркской галерее. Ты вытрешь за собой вообще или нет? Дела. Первая музыка. Второй завтрак. Резюме. Кофе. Потом продолжить рисовать. Ладно. Так, музыка. Второе. Что там было? Завтрак. Резюме. Ага, завтрак. Так, пора готовить завтрак, чтобы хватило энергии на целый день. Все. Что еще? Что? Хлеб. Хлеб. А, тостер. Ладно. Так, забрать. Все, кушай. Как вкусно пахнет, мне уже не терпится. Nice. Как уже приятно удалить голод. Дальше у нас был кофе. Сделаю себе чашечку кофе, чтобы работать над картиной, чтобы шла быстро. Работа над картиной шла быстрее. Какая тут красивая анимация все-таки. Ах, запах кофе, мой любимый. Все, бери кофе, пошли рисовать. Готово, выпью потом, когда буду рисовать. Так, давай рисовать, что ты? Что еще? А, резюме еще, да-да-да. Так, папка. Альбом, который я часто пользуюсь, здесь многие эскизы. Я записываю свои мысли, путевые заметки и блокнот. Срок надвигается, мне нужно заканчивать резюме в портфолио. Да давай закончим. Готово, только половина резюме, пора браться за дело. Дорогая Варвара, запятая, надеюсь, у вас все хорошо. Я графический дизайнер и иллюстратор искусства, страсть всей моей жизни. Надеюсь, вы рассмотрите мою кандидатуру на роль одного из ваших художников по контракту в следующем году. Спасибо. На сегодня пора заканчивать. Продолжу завтра. Ой, хороший у тебя, конечно, день. Чуть-чуть порисовала, поела, попила и все, спать. Пора браться за дело. А, все-таки решила порисовать, да? Эй, доброе утро, как самочувствие? Старик каждый раз меня игнорирует, но художник он очень хороший, пока займусь набросками. Так, тут куда угодно, что нет. Картина. Какая роскошная картина, где-то она мне уже встречалась. Мне рисовать картину тогда? Вот так. Вот так, начертил примерно края картины. Теперь можно... Так, главное, начертил рамки. Рамки начертил, теперь чуть-чуть можно вот так карандашиком поводить, и все, картина готова. Все очень легко и просто. Одна из картин старика, нечто подобное было у меня в комнате. Так, давай тогда посмотрим. Ну. Нельзя назад. Значит, ей тут надо все нарисовать. Кажется, этот старик, который всегда рисует, никогда не обращает на меня внимания. Так, нарисую голову старика. Так, плечи. Вот тут обозначу руки. Вот здесь вот. Так, тут туловище примерно будет. Здесь нога и здесь нога. Так, теперь пару деталей, пару штрихов. Добавлю освещение и тени. И все готово. Прекрасный рисунок. Старик, художник, который живет напротив, эксперт по пейзажу и рисованию масла, постоянно рисует, вечно меня игнорирует. Живет сам по себе, интересно, какие истории он может рассказать. Например, одну историю, за которой баба за ней следит и рисует постоянно, чаще кису. Кошка устроилась поудобнее и дремлет. Но кошку вообще легко рисовать так. Нарисую-ка я его, ага, вот, голову, туловище. Все, кошка готова, голова и тело. Старая кошка старого художника. Угу.
тоже кофейку хочу. Все, ты можешь рисовать нормально уже. Сначала сделаю перерыв и займусь чем-то другим. Чем? Чем ты хочешь тут заняться? Я вроде на все нажал. Кнотик есть что? Подожди, подожди. Одна из картин в комнате, точно. Картина в комнате, комнате. Вот она. Самая похожая. Так, подожди, есть кисточка. Солнце может? Не совсем круг, но я как бы и мышкой рисую. За картиной что-то открылось. Так, немного подсолнухов от Джей. А, немного вдохновения от подсолнухов Джей. Записка с подсолнухом и подписью Джей. За картиной записка с подписью Джей. Джей, кто это? Не припоминаю, что-то слишком много Джей. Так, что-то оборвано. Фрагмент. Похоже, их можно сложить вместе. Чё ты пропускаешь диалоги так быстро? Так, так, и вот так. Это где-то в моей комнате я видел. Да, я тоже видел. Это типа шкатулки у тебя была. Где-то вот-вот нашел. Узоры совпадают с теми, что я... Ага. Так, темный-темный-темный. Это самый верхний и самый левый. Потом так через одно бугорком, через одно и крайний. Так, так, бугорком и крайний. Ага. Отлично. Открыт. Когда я получила это туда? Во-во. Зеленая краска, любимый цвет природы. Он символизирует. Зачем ты краски туда убираешь вообще? Это что, все краски вот так надо будет искать? Краска нашлась, пора возвращаться к работе. Пора как следует выложиться. Я хочу когда-нибудь стать не хуже него. Так, а что зеленый-то рисовать? Застежку и нижней части лямок. Так, застежки. Обожаю. Ну вот так бы и дальше. Так. Так, еще на шаг ближе к выставке. Да, я вот. Так. Красота. Прищурившись от дневного сна, он внезапно замечает девушку на другой стороне улицы. В порыве внезапного вдохновения он с удвоенной энергией хватается за кисть. Вы так понимаете, я за старика рисую? На холсте девушки, пропитываясь солнечным светом, цветут подсолнухи. Да, это за девушкой. Теперь он следит за девушкой. Мазки его кисти добавляют бледно-оранжевый оттенок солнечного света над полем. Хорошо, что тут еще можно? Ага. На стене висит много пейзажей, один, похоже, прикрыт. И открыть нельзя, я понял. Бело-рыжая кошка подтягивается в тот момент, время будто застывает. Чё, скопировал ее рисунок? Халтура. Что за история стоит за каждой картиной? Вторая глава. В принципе, прохожу быстро. Может, даже за один выпуск успею всю игру пройти. Только вижу, не очень долго. Выключить воду надо, а то коммуналка придет и хереешь просто. Может, кто-то наступил в краску. Где? Кошак. Магнитофон. Кто-то прокинул магнитофон. Поставлю-ка на место. Еще и поцарапал. Нормально вообще. Неадекватный. Чё это? Собирать пазл. Откуда? Понятно. Соберу все кусочки, потом буду собирать. Так, поставить, включить. Включу музыку, чтобы проверить, работает ли он. Фух, работает. Джаз какой-то. Ты что творишь вообще? Здесь тоже бардак. Приберу, а потом буду искать, кто это сделал. Потом соберу еще один. Есть хочется. Вкусно пахнет. Да, это я уже читал, помню. На минутку, что это за тень только что промелькнула? Что ты творишь вообще?
Здесь тоже беспорядок. Хорошо, что стакан был пуст, иначе ноутбук бы сломался. Это да. Так никогда не оставляю полный стакан. А то зальешь что-нибудь и все. А кого-то третий, но этого все еще не хватает. Не хватает, я понял. Значит, потом соберу. Мой вчерашний черновик исчез, и восстановление не подлежит. Придется начинать заново. Дорогая Барбара, запятая, надеюсь, у вас все хорошо. Это то же самое. Я читал только что. Кажется, тут я остановил в прошлый раз, остальное доделаю завтра. Что ты творишь вообще? Ну и бар, да, придется вновь наводить порядок. Угу. Все. Да. Все фрагменты были найдены. Давай, соберем тогда. Куда? Не все, что-то обманываешь. Так. Фух, все снова на месте. Заварю-ка я себе чашечку кофе. Так, красиво наливается кофе все-таки. Кофе готов, выпью его позже. Позже чуть. Ага, вот ты. Негодяй. Он так посмотрел, типа. Слышь ты, я вообще так кот. Кот самоубийца. Перелетел пухляш, хорошо. И снова она села шпионить. Кошка внезапно прыгнула, на мгновение мое сердце замерло. Это кошка, которая устроила беспорядок у меня в комнате. Хорошо, что она не пострадала. Так, и опять она будет зарисовывать. Так, это плечо, это голова. Зарисую так пока голову, руки. Здесь примерно толще, а вот здесь будет примерно вот здесь кошечка. Значит, то здесь чуть-чуть понабрасываю, чуть-чуть свет, чуть-чуть тени. И все. Отлично. Надеюсь, кошка в порядке. Они мило смотрятся вместе. Опа, кусочек у окна вижу. Попробую сложить фрагменты. Давай сложим. Кажется, я видел этот рисунок и где-то у себя в комнате. Так. Так, это я помню. Это вот. Богами композиции похожи на рисунок. Я понял, два цвета только дает. Что там было? Белый это так. И второй отсюда. Так, второй отсюда. Так. Да. Потом белый сюда. И через одно, через три. Вот так. Открыто. Краска. И тут краска. И ее яркие кричащие оттенки отражают и бурлящие эмоции. Дорогая Алла, помнишь кошку? Она родила котенка. Джей. Записка с кошками и подписью Джей. Еще одна записка с подписью Джей, но теперь с изображением кошки. Так, у меня есть красный цвет теперь. Okay. Добавлю новый цвет и создам шедевр. Красный у меня. Вот, красный это бляшка и верхушка. Так, верхушка. Красный цвет придаст больше жизни. Хорошо. Добавляю верхушку и немного бляшки. Все. Прекрасно. Картина готова уже больше, чем наполовину. Не успел прочитать. Красные стены по обе стороны аллеи пестрят объявлениями. Чё он там делает? А, это листочек. Ладно, он собирался. Да что? Он останавливается, смотрит на несущееся к нему оранжевое пятно. Киса. Кошка развалилась на земле, выпрашивая ласку и не замечая беспокойства на лице хозяина. Так, девушка, давайте, подходите ближе. Девушка улыбается, когда видит, как найденная ей кошка бежит к хозяину. Кстати, а вот, походу, в белом платье, и он... Да, это...
то это картина. Они здесь познакомились. Интересно, что было дальше? Я так понимаю, нам хотят, типа, объяснить, что каждая картина художника — это некая история. Была треть. Уже третья? Когда была вторая? Ладно. Кап. О, дождик. Люблю дождик. А мне нужна музыка, чтобы придать немного цвета этой холодной дождливой походе. Да ладно, тебе шикарно, когда капает дождик, вообще шикарно. Люблю ритм капель дождя, аккомпанирующих музыки. Пора подкрепиться. Да, это я уже знаю, что делать. Давай. У меня все еще тут джаз играет в голове. Так, давай, кушаем быстренько. Тям-тям-тям-тям-тям. Тям-тям-тям-тям. Включаю ноутбук, как обычно, но моих файлов снова нет. Да ты что издеваешься? Ты хоть сохраняй иногда их. Да. Файлы, созданные пару дней назад, также исчезли по непонятной причине. Что его бы так? Сначала сделаю кошечку, чашечку кофе себе. Хорошо. А что ты сахар не добавляешь? Сахаром же вкуснее, в принципе. Так. Какой шикарный звук, еще кофе. Хочу кофейку. Она продолжает шпионить. Это первый дождь с тех пор, как я сюда приехала. О, он заболел. Неужели старик заболел? Давай я сейчас зарисую его, конечно. Так, это что? Это я нарисовал его голову. Тут нарисую капельницу немного. Спину его. И все. Достаточно. Он болен. Картина, вижу. Картина, на которую он смотрит. Где-то она мне уже встречалась. Давай зарисуем еще картину. Как ты хорошо ее увидела, ты сотри. Зарисовал. Я уже видел эту картину. Да, это то, где ты сказал, чего-то не хватает. Только тут зонтиков вроде бы не было. У нее красный, у него желтый. И те цвета у меня есть, скорее всего, она сейчас заставит так же, как солнце там дорисовывать. Дорисовывает зонтики. Да, вот. Красный и желтый. Именно на эту картину смотрел старик, какая ее часть кажется незавершенной. Так, примерно вот тут вот так должен выглядеть зонтик. В смысле нет? Давай рисуй зонтики. Может сначала ей надо? Зонтик. В смысле нет? А, наоборот, у нее красный, у него желтый. Так. Ага, отлично. И вот так зонтик. What? Они идут в разные стороны с зонтами разных цветов. Они заметили друг... А, типа красный и желтый смешали, получили зеленый, я понял. Рисунок из магазина. Желтый, зеленый и вывеска зеленый. Желтый зонт и зеленая вывеска. Еще один подозрительно знакомый рисунок. Да, он тоже был где-то тут. Где? Вот тут. Так, желтая. Какая связь между картинами старика и рисунками, спрятанными в ящике? Так, примерно вот так. Нет? That's not right. У него сложен был, уже ближе к завершению. И зеленая вывеска. Так. Примерно вот так накидаю скетчем, она все равно поправит. Не поправит, ладно. Так. Была примерно вывеска вроде. Если сейчас опять нет, я сейчас посмотрю, как она должна быть. Что мне кажется, она как-то вот так только что была. А, слишком далеко за край зашел. А, все, я вижу. Так. Вот так вот. Все. На фоне темной улицы выделяется огромная зеленая вывеска. Тут что, я не успел? Ой, тут не хватает. Так, солнце выделено. Два зонтика. Надо не забывать, что у нее красное. Так, где оно было? Вот тут. Это тут. Это рисунок посвящен. Где желтый? Да, это оно. Так, у него где-то вот здесь желтый зонтик.
тут где-то солнышко. Отлично. И у нее тоже зонтик как-то вот здесь должен на бок правый ложиться. Да, все. Судя по всему, им хорошо вместе. Они заметили, что дождь прекратился. Да что ты, дорогая Амбер, я никогда не думал, что познакомлюсь с тобой под вывеской в тот дождь, дождливый... под вывеской в тот дождливый день. И что мы будем делать, пока не выйдем на солнце? Записка с зонтом и подписью Джей. Еще одна записка с подписью Джей. По всей видимости, она адресована кому-то по имени Эмбер. Я понял, одна Эмбер, другая Джей. Джей, скорее всего, Джек будет. Угу. Какая связь между тремя рисунками? Скорее всего, это история. Типа, он познакомился с ней, они пошли под вывеску. Ага, два полукруга каких. Да, это верный порядок. Теперь полукруг, полукруг на зеленой вывеске. Это вот здесь был. Какие цвета там были? Может быть, на вывеске чего-то еще не хватает? А так, снизу желтый. Вот. Так, примерно. Ага. Ух ты, у тебя даже лучше получилось, чем там у тебя в наброске. Красный. Угу. Интересно, что стоит за этими тремя картинами? О, синяя. Найдем спокойным, меланхоличным цветом. Но почему-то последние рисунки и краски оказываются в самых неожиданных местах. Какая связь между стариком и мужчиной на картине? Скорее всего, от этого мужчины и есть этот мужик. А что я сейчас рисую? А, парня какого-то. Так, допустим. Нарисую ему голову, немного капюшончика и до плеч. Нормально. Старик из записки с подписью Джей. Кто такой Джей и кто такой этот старик? Угу. Ты что за робот? А, это девушка. Так, я нарисовал парня, и, ну, логично, что надо нарисовать и девушку. Так, она будет вот с такой огроменной сумочкой. Это женщина в белом, Эмбер. Что с ней было потом? Кто она? Что произошло между ними? Ну, скорее всего, если этот мужик грустный постоянно, надо будет сосредоточиться, расслабиться и сосредоточиться на искусстве. Я так, наверное, предполагаю, что он познакомился, что это старик, и есть это... парень, он познакомился с девушкой, но прошло время, она умерла, и он остался один, поэтому он теперь такой грустный. Так, синим, что мне надо? Я готова доделать свою работу. Хорошо, скорее всего, да. Я сказал, вроде, да, что я думаю, что это он в молодости, он теперь грустит, и сейчас, наверное, история расскажет, что он в итоге тоже умер в одиночестве, грустным. Так, это еще синим надо было вроде. Да, все, готово, но еще нужно кое-что подправить. Это да, и не кое-что, тут много чего исправить надо. Бесконечный шум дождя на улице порождает песню без слов. Под дождем расцветают зонты. Да-да. Дождь нарушил его план, и он начинает искать, где бы укрыться. Переживает, как бы ее картина не намокла, и пытается найти укрытие от дождя. Устремившись в одно и то же место под вывеской, они встречают друг друга. Да, я же сказал, это картины будут рассказывать их историю. Куда? А. Они смотрят друг на друга и улыбаются, а затем начинают говорить обо всем подряд, чтобы... Не успел. Дай-ка. Они даже не заметили, как выглянуло солнце. Ну да, я заметил. А вот и фреска эта. История их. Что будет дальше? А всего 29 минут прошло. Да, я успею это пройти за один раз. Сколько там глав, интересно? Если немного глав. Если много, придется разделить на две части. Все в порядке? Да не особо он лежит. Да. Эй, вы в порядке? Все, помер. Че это?
Что случилось? Вот именно. Что-то не то с картинами, кажется. Ничего не вижу, может быть, сначала стоит... Дверь заперта, я не могу открыть ее изнутри, свет выключен. Включен, и теперь я отчетливо вижу фрагмент старой фотографии. Старое фото, на нем картина, поле с цветами. Похоже, фотография была сделана в этой комнате. Наверное. Что случилось с комнатой? Срач какой-то. Кто-то нарисовал эту картину поверх оригинальной. Синие стрелки. На блокноте синие стрелки. Это, я так понимаю, точки надо будет соединять сейчас. Так, где мне искать эти магнитофоны, какие-то блокнотики, тостеры, чашка. Сейчас найду. Запишу. Стрелки синие. Так, синие вниз, вправо, вверх, влево. Так, дальше. Ага, вижу зеленые. Под тарелкой какие-то странные отметки. А зеленые стрелки, что они могут обозначать? Да я уже понял, что зеленый так не вниз, но и не вверх. Вправо. А не вниз, но и не вверх. И вправо. Так, дальше, где у нас там еще? Вижу, вот красные. Тарелку. Красные стрелки сочетаются ли они с чем-нибудь красным? Так. Красный вправо, вверх, вниз, вниз. Так, дальше. Че еще мне надо? Желтый, 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 вот. Джей. Наоборот, только от чего это не хватает? Я фиг знает, чего не хватает. А, вот стрелки желтые. Кассета пропала, я не понимаю. Я не помню эти желтые стрелки. Так, желтый, желтый. Так, вверх. Вверх. Вниз, но не вниз. Так, хорошо. Все, все цвета я нашел, теперь активирую, нарисую это, что это. Так, дальше, красный, красный, вот, сначала с красного вот сюда, потом два раза вниз. Раз, два. Right. Связано ли это с отметками? Может, все эти отметки, подсказки? Посмотрим. Так, дальше, желтый, начну по порядку, лучше вверх, 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 вверх и влево вниз. Угу. Дальше синий связан. Так, синий, 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 синий. Вниз. Вправо. Вверх и влево. Угу. That's it. Так, только что говорилось. Зеленый, зеленый, зеленый. Это вот сюда. С чего? Вправо. А, сюда и вот сюда. Ага. 16-18, при чем тут эти цифры? 16-18, а я тут вижу Амбер. Эмбер, это она? Почему я не могу вспомнить пароль? Он у меня был где-то записан. 16-18. Это она, Эмбер? Получилось сообщение на печать. Надо распечатать, посмотреть. Давай посмотрим. Это что? А, соединить. Так, нет, это вот сюда, вот так. Не хватает все равно кусочка. А чё, типа, распечатанное нет? Ну, а куда теперь дальше? А, крутить. Смазанная картина. Все фигуры на рисунке размыты, я понял. А здесь раньше была дверь. И чё мне тут водить? Амбер. Амбер. Амбер, Амбер, Амбер. Так это она, Амбер, что ли? Я не понял. Амбер. Открылась, отлично. А, Эмбер, это ее имя. Ну, пошли. What? Ого, что это за место? Что это за картина? Это мне каждую картину теперь читать надо? На стенах висит множество картин. Нет, потолок такой высокий, что я не вижу. Я понял, это одинаково. А головка из геометрических фигур может быть в одной... Есть, так, ветка, зонтик, ветка. Он слева, она справа. Да, и живут типа напротив. Так, головоломка из геометрических фигур, я понял. Так, киса. Киса, киса, киса. Это картина под названием «Кошка». Что их связывает? Так, кошка, 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 кошка. Вижу. Желтое ухо, лапка и хвостик. Желтое. Хвостик. Лапка. И глазик.
Угу. Что это мне дало? Так, мне повезло познакомиться с тобой в тот же дождливый день. Приятно дружить с кем-то, кто разделяет твои интересы. Нам нужно как-нибудь порисовать вместе, Амбер. Записка от Амбер красная. Они познакомились благодаря дождю. Это подсказки, написано Амбер. А еще здесь что-то красное размытое. Какой-то красный квадратик размытый. Че? Этот асимметричный бело-оранжевый узор. Эта кошка была там, когда они встретились. Это картина подсолнухи, подсолнухи. Это как в этой старой игре, чего-то не хватает. Все. Да, вот оно. И чё? Не то, то. Так. Листочков не хватает, понял. Так, это вот здесь не хватает. Чё ещё не хватает-то? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Раз... Убери это. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Так. Еще записка. Готово, наконец. Это место передало мне вдохновение. Хотелось бы узнать твои мысли. Встретимся у меня. Записка от Эмбер желтая. Это записка Эмбер для Джей. Желтая часть выцвела, что это законченная картина. Но это желтый треугольник что-то. Так, ну, допустим, две из трех у меня есть, дальше я угадать могу. Нет, нельзя. Может быть, в этой комнате еще есть подсказки. Ага, вот еще картина с магнитофоном высоко на стене. Подвинь ступчик какой-то, я не знаю. Вот еще. Это моя кухня, практически одно и то же. Но вдохновение заканчивается, вернусь к этому позже. А что там на кухне? Тут голубая тарелка. Так, надо отвернуться. Так, 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 голубая. А вон еще картина какая-то. Голубая тарелка. Ну. Значит, не то. Другое я не вижу, тут другого цвета. Вот еще одну картину посмотрим. Эта картина называется «Мужчина, женщина и улица». Ага, это где-то я видел уже. Так, так, так. Короче, я понял, но смысл я помню. Там желтый зонтик у него. Тут солнце было. И красный зонтик у нее. Все, отлично. Это тоже висела картина, мы только что рисовали ее. Так, синий кружочек. Хорошо, что кошка в порядке. Не ждала, что она может так далеко прыгать. Я была рада встрече. Записка от Эмбер с синим кругом. Моя записка для Джей с синим кругом. Уходит, они были соседями. Их сблизил дождь. Они, наверное, мечтают о том, чтобы этот момент длился вечно. Так, головоломка это. Круг синий был, квадрат, я помню. Квадрат красный был. Это чё? А, все само сделалось. Каждая записка соответствует цветной фигурке. Эти люди в окнах. Белая краска, белый цвет, источник совершенства. Рисунок кухни. Ага. Окно сверху белое, снизу желтое. Это где вот здесь? Так, зеленое окно. Вот оно, я даже вижу след для этого. Вот как-то вот так оно должно быть. Сверху белое. Угу. Снизу желтая. Отлично. Вот так. Все. Все не так, как я помню. Может быть, ее нужно еще раз поискать на кухне. Пошли поищем. Опа. Отметки — это подсказки для пароля, но кто их здесь оставил? Та же самая иллюстрация, что и на ящике в комнате. Думаю, что какие-то изображения должны быть. Так, покрутим по кругу. Так, кошка. Зонтик. Сердечко. Так, ладно, посмотрю, что там было. И вернусь сюда. Так, давай снизу. А, ветка, ветка, зонтик, ветка. Так, повернись, повернись. Вот сюда выйди.
Так, тут была просто ветка. Здесь был зонтик. Назад, назад, зонтик. Здесь была просто ветка. Ну и чё? Оно так и было. Ну и может картина опустилась? Тот, который типа высоко, нет. Так я сделал это все, чё? Так не помню, может быть нужно еще раз поискать на кухне. Так я там был, чё там еще осталось-то? Я сразу же разложу... Погоди-ка. Назад. Там желтый, красный, синий. Может, я эти цвета не расставил? Желтый, красный, синий, желтый, красный, синий, желтый, красный. Нет, тут та же самая иллюстрация, что и на ящике комнаты. Думаю, я знаю, какие изображения должны быть слева. Так я тоже знаю. Только что же было. Так, по очереди. А, подожди, я понял, кажется, смысл. Красное сердечко, синее это... Не, фиг, я угадал. Желтое подсолнечное, золото. Так, может, в дневнике где-то? Может, это они имели в виду, красный, желтый, синий, но там нет синего. А где еще это было? И мне что, наугад вот так... Ну тут я все листал. Если оно чисто одно, то оно не подходит. Может, там взять надо этот рисунок или чё? Потому что какого фига вообще? Раскрасить я пока не могу, там розовый был цвет. Жень, наоборот, чего-то не хватает. Магнитофон все еще не работает. Кассета пропала. Ну а что, собственно? Каждая записка соответствует все, но тут же просто зонтик нарисован. Сверху тучка. Ну что не так? Еще раз. Тут тучка, вот, зонтик, все. Тут же точно так же, чё ты докопался до меня? Я не понимаю. Та же самая иллюстрация, ну... Я поставил так, как там еще. Может, еще раз тут что-то из подсказок? Я не понимаю, что тут надо сделать. Так как я не помню, может быть, нужно еще раз поискать на кухне. Я только что там был, там ничего нужного нет. Зонтик. Может, три сердечка поставить? Нет, подсолнух. Нет, зонтик, нет. Кошка. Тут зонтик. Наконец-то изображение и фигуры в записях обозначают разные события. О, киса. Так, это вот сюда. Все, знакомиться. Это я на фото. О. Кассетный магнитофон, может быть, та картина высоко на стене. Да как, куда? Ты же сказала, картина высоко на стене. Пошли посмотрим. Опа, она упала. Так, белый, я помню. Тут кассету нарисовать.
Oh. Угу. Неужели что-то случилось с моим магнитофоном, как я на кухню? Да, скорее всего, теперь появится кассета. Угу. Huh. Открыть белую кассету отличается от той, что я обычно слушаю. Интересно, какая на ней музыка? Откройся. Прикольная. Глава пятая. Да, что-то я подзатянул с той картиной на кухню. Надо как-то ускориться. Так, что это блестит? Это ведь я рисую? Ну да, это ведь я рисую, а что еще? А, вот, тут покрутить можно тоже, нифига. Это музыка, вид. Никогда хорошо знакомый человек, интересно, сколько лет прошло? То окно, это там, где я думаю? Через окно тупо влезла. Кафешка. Мне часто доводилось здесь работать. Наши случайные встречи в кафе со временем стали негласной традицией. Так. Это место, где мы укрылись от дождя. Мы здесь встречались и придумывали пароль. Ага. Музыка на той белой кассете моя любимая. Как можно было ее забыть? Помню вид из окна. А вот и фиалковое поле это. Мы здесь с ним делали много совместных набросков. Это место стало моим любимым. Это то самое место, каждый проведенный здесь момент хотелось запечатлеть. Ага, абстракция, я так понимаю. Это последний и самый важный цвет. Это бабу штырить, наверное, потому что много красит. И хотя окно у нее открыто. Не знаю, что это с ней. Фиолетовая краска. Фиолетовая — это мой цвет. Какая мелодия прекрасная. Это последняя картина. Она еще не закончена? Окей. У меня все необходимые цвета, теперь я могу завершить картину. Переборщим. Там что-то опять за звук произошел. Что случилось с нами после всех этих моментов? Так, после чего вроде бы еще вот это, да, с помощью кисти я напоминаю себе никогда больше не забывать эти моменты. Чудесно, когда у тебя есть друг, который же разделяет твои интересы. Угу. Что тут еще? Ага, крайняя эта линия. Мне очень нравилось проводить с ним время и делиться творческими моментами. Так. Красный и желтый. А с помощью кисти я напоминаю себе никогда больше не забывать этим. Я понял, теперь повторяются те же самые слова. Сейчас я... Да, повторяются. Так, зеленый, синий, синий. Зеленый, желтый. Зеленый. Синий. Синий. Желтый, зеленый, если не ошибаюсь. А, желтый — это вот это. И зеленый.
А, белый. Что-то я тупанул. Так, да-да-да, про друга я уже читал только что. Теперь я помню тот день и ту песню. Прежде чем отправиться в Нью-Йорк, я пригласила его к себе и показала свою картину. Каждый раз, когда я открывала дверь, я видела его, я несколько улыбалась. Мы говорили о наших работах и, как обычно, делились мечтами. Мою работу приняли. Поздравляю. Джек, я же сказал имя Джек. Это еще не конец. Фига. Джей это Джей наоборот. Значит тут А. Right. Точно. Тут С. В смысле? Джек же пишется вот так. No. Это явно не так. Подожди. Все правильно пишу. Джей, С. А, тут типа наоборот напиши. Я понял. Так и вот так. Точно. Wow. Вид и звуки за окном внезапно изменились. Джек это тот мужик, все-таки я угадал. А, нажать надо. Пора сосредоточиться на искусстве, я буду рисовать самые красивые. Что ты говоришь, Джек? Я не понял. В смысле? Не, не понял. Так, может, в концовках? Что за Джек? Какой молодой парень? Это она, но как она могла тогда забыть тогда? Что за... Тогда что за мужик был там в окне? Я вообще ничего не понял. Ну, допустим, ладно. Подпишись на канал, напиши любой комментарий, поставь лайк, и если есть возможность, поделись этим видео. Ну, на этом все.